Мясо прилипчие, это они, блядь, так же положили, блядь. Да, да. Адыгейки. Да ну, где она была в первый раз, это мэнэм? Это кошмар там, блядь. Да. Не больница там, блядь. Я зашла туда, я сначала подумала, я зашла в какой-то военный этот госпиталь, уже после войны, когда разрушено все. Какие-то принимают эти в платках, не в халатах, бабы, мы зашли. Все, в платках, и... халатах, а, тетки, вот смотрите, там, допустим, лежат люди гнойные уже, да, как бы не к столу сказано, и меня ведут на перевязку, и она вот этим пинцетом в этот же раствор макает и мне ногу лечит. Понимаешь, вот они мне занесли инфекцию, что я сюда пришла, еще говорят, пару дней бы там побыла, у меня бы был абсцесс уже, что мне надо было резать ногу уже, все. Это кошмар. Да. Это вообще, это... И я когда сюда, я ж ночью приехала в этот день, что меня привезли, и мне стало плохо, у меня поднялась температура дома, я звоню Ленке, говорю, Лена, что мне делать, у меня такое-такое. Она говорит, Нелли, я тебе даю номер телефона. Позвони вот этому хирургу. Это травматолог, самый лучший в Краснодаре. Так хирург или травматолог? Он хирург, травматолог. И гинеколог? Нет, почему? Нет, она говорит, он травматологическое отделение. Вот. Я звоню, он работает ночью. И я пол 12 ночи, вот я же тебе звонила, я вызвала такси и поехала туда. Он как раз меня принял. Я просто Тимуру говорю, мы куда попали? Я на него смотрю, я говорю, а тут вообще что? Я говорю, а это, я говорю, это вообще Россия? Да. Он это говорит, Адыгея. Да, это Россия, но только это Адыгея, и это странная больница. И причем они говорят, мы приходим к ним, врач там говорит... каждый третий умирает в этой больнице, каждый третий. Съезжаем на другую тему. Врач говорит, у нас нету нормальных врачей. Съезжаем на другую тему, на другую. Нету этой. Вот на эту тему давайте. Ай-ля-ля-ля. Он кино, смотри, погромче сделай, кино нормально. Делай чики. Дед, а что ты здесь?